que dormís pa' que yo cinche. Anda a buscar otro cinche si tenés sueño, pues. Vení. Ojo, que hoy anda el vento a la rastra y el que tiene... Мы знали, что мир не будет прежним. Кто-то смеялся. Кто-то плакал. Большинство людей молчали. Я вспомню строчку из индусского священного писания Бхагавад-гиты. Пытался убедить принца, что он должен испытать свой долг, и чтобы привести на него впечатление, принимать свой многорукий облик. И говорит: «Теперь я стал смертью, разрушителем миров».